100 лет сегодня отмечает почетный гражданин Чурапчинского улуса, учитель учителей Якутии Анисия Гаврильевна Габышева. Педагог является матерью пятерых детей, многих внуков и правнуков. Анисию Гаврильевну очень уважают и любят ученики разных лет и поддерживают тесную связь с учительницей. Ее воспитанниками стали известный якутский художник Афанасий Мунхалов, первая балерина республики Наталья Посельская, известный деятель культуры и искусства Афанасий Амосов и многие другие якутяне. Отметим, что в 95 лет Анисия Габышева выиграла гран-при республиканского фестиваля «Золотое мгновение». А в этом году она вошла в книгу рекордов Якутии. Сегодня ее приехали поздравить родственники из Кыргызстана. Приехали поздравить и пожелать в дальнейшем, чтобы она, как говорится, сколько Бог дал, столько, чтобы она прожила. И желаю их семье тоже здоровья, главное, семейное счастье, всего благополучия.